Погода в Татарстане успела ввести в замешательство абсолютно всех. Летний зной сменяется резкими похолоданиями и осадками. День в пальто, день в футболке и шортах. Когда же в республику наконец придет лето? Давайте разбираться. Юрий Петрович, добрый день. Скажите, с чем вообще связаны такие вот ежедневные изменения в погоде? Весь апрель месяц у нас стояла примерно одинаковая погода. Жаркая, сухая. За весь месяц выпало всего лишь 2-3 мм осадка вместо 30. Это очень мало, сухая земля. Чем это было обусловлено? У нас господствовал так называемый блокирующий антициклон, то есть область высокого давления. И было солнце и так далее. А вот май месяц, здесь немного есть, уже появляется неустойчивость в погоде. То есть на нас действует и антициклональная ситуация, и циклоны, и атмосферные фронты. Поэтому, когда подходит атмосферный фронт, то появляется облачность, небольшие осадки, которые, кстати, очень нужны. Хорошо, что у нас в мае немножко они выпали. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание. Столбик термометра опустится до 10 градусов тепла днем и 1 градуса ночью. Однако, по словам экспертов, это временно. Май – переходный месяц, и в мае может вот такого рода чередование вполне может быть. Ну, кстати говоря, для сельского хозяйства, чем прохладнее май, тем лучше. Нужны осадки в мае, осадки. И не очень высокие температуры. Будет очень хорошо. Специалисты подчеркивают, что лето казанцев ждет теплое. Влияние арктического вторжения ослабнет. И погода в столице Татарстана снова наладится. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.